Степан. С наступающим 1 сентября. Детям вручают подарки к первому в их жизни учебному году. 22 первоклассника получили сертификаты на покупку канцелярских принадлежностей. Фломастеры, карандаши, краски, пластилин, цветная бумага – это далеко не полный перечень того, что нужно в начальной школе. В семье Коротковых список покупок будут утверждать вместе. Пока не знаем, придем домой, там посоветуемся. Вручение сертификатов прошло в рамках региональной акции «Подготовь ребенка к школе». Ее инициировал временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. В Заречном за организацию акции отвечает Департамент социального развития. Участвуют спонсоры, это и жители города, организации города, благотворительные организации, общественные организации. Цель акции – помочь подготовить к школе детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашем городе такую поддержку получат 180 школьников. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».